А сколько стоят вообще все мероприятия, связанные с этими работами? Ну, я думаю, что, как обозначила, я думаю, что это миллиарды рублей. Это большие деньги. Но, знаете, я, наверное, сейчас выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает. Ну, вот сколько нужно будет, столько и потратим. Это, конечно, миллиарды и миллиарды. Ну, примерно, на вскидку, вот так, порядок какой пример? Я думаю, что, ну, про штрафы я не могу судить, так сказать, сколько насчитают, столько насчитают, но расходы, я думаю, ну, вот 10 миллиардов и более, я думаю, вот так вот. Да, я не случайно это спрашиваю, Владимир Алексеевич. Владимир Ильич, мы с вами давно и хорошо знакомы, я знаю, что вы лично, хочу это подчеркнуть, лично работаете на предприятии, а не просто являетесь собственником там крупного пакета, но все равно, смотрите, это миллиарды, вы сказали. А сколько стоит одна емкость, которую сейчас вот будете менять? Одна емкость пример. Не могу сказать, но это пока расходы в сотнях миллионов рублей пока идут. Одна емкость, я думаю, что меньше. Один резервуар, где хранилось топливо, он стоит гораздо меньше. В разы. Просто сопоставим. Согласен, да. Просто один резервуар. Я к чему? Владимир Олегович, я к чему? Если бы своевременно поменяли, и ущерба не было бы экологического, и расходы бы такие не нужно было бы нести компании. Просто посмотрите на это самым внимательным образом внутри компании.